Вот, пожалуйста, Лудищенко появился. Главный бомбардир, это не тайна никакая, это было ясно. Бартош Курик из Польши, Максим Михайлов, полагаю, где-то близко к нему подобрался, просто нет времени сейчас заниматься подсчетами, для этого надо в пресс-центр сходить, такой возможности просто нет у меня. Но Курик сохранил звание лучшего бомбардира. И действительно, играл он очень-очень ярко. Здесь, опять же, приготовьтесь. Зал сейчас говорить не даст. Репрезентант Польский, Дубль Шайч! Тоже молодая звезда. Один из игроков будущего. Будущего олимпийского цикла, это вот как минимум. Мы уже на этой Олимпиаде, это грозная сила. Здесь вообще так Мурило в компании молодых игроков. Ну и Знащак еще с ветераном, можно его отнести, очень опытный игрок. А так молодежь, молодежь, которая наступает, которая выходит на первые роли. Ну и самый ценный игрок турнира. Игрок, которому придется одну табличку держать в одной руке, другую в другой. Как вы догадываетесь, это наш Максим Михайлов. После такого финала, который он сыграл, я думаю, что другого решения быть просто не могло. 27 очков. Еще раз полюбуемся блистательной игрой нашего диагонального. Хотя почему-то выбрали момент, когда его не постраховали. Мы это помним, там вины его нет. Вот. Можно было нарезать туда более приятные кадры. Ну ладно, нас это интересует в последнюю очередь. Ну и сейчас начнется награждение непосредственно команд участников финала четырех. Первой награды получат поляки, наверное, я полагаю. Ну, хотя посмотрим. Пока групповой снимок на память. Снимок лауреатов мировой лиги 2011 года. И вот этот план нам нравится больше всего. Два россиянина, которые уйдут с подиума буквально на считанные минуты, чтобы подняться вместе со своими партнерами за заслуженными наградами. Да, с поляков начинается награждение за третье место. Ну и, соответственно, звуковое оформление всего этого. Вы, поляки, довольны, конечно, организовать такой турнир в этом чудо-зале. Зале, который, кстати, ну, будем надеяться, станет для нас счастливым, потому что мы выиграли мировую лигу. Дальше будет одна из групп европейского первенства 2013. Здесь будет одна из групп, это точно, чемпионата мира 2014. Пока не объявлено, где будет финал играться. Я не удивлюсь, если тоже на этой арене. Так что надо ее потихонечку обживать. И обживать вот самым таким уверенным способом, как это делают сегодня наши игроки. Ну, а вручает польской команде медали президент их федерации Мирослав Шипельский. И помогает ему Даг Билл, член административного совета ФВБ, великий американский тренер, который руководящий должность Американской Федерации волейбола занимает.
личность известна, его представлять, я думаю, представителям волейбола не надо. Ну а за второе и первое место будет награждать нас Станислав Шевченко, как я уже говорил, и Ари Грасса, вице-президент ФВБ. Ну, вместе, соответственно, с представителями местного оргкомитета, там тоже вот Цепельский будет вручать кубок сборной России. Наверное, хорошо работает, раз так безумно любят волейбол. Польша, я думаю, что заслуживает повышенного внимания этот вид спорта и в нашей стране. У нас такие великолепные команды, которые к тому же начали побеждать. Ну и сейчас куда с более грустными лицами призы будут получать бразильцы за второе место. Тут видите, тарелочка какая-то памятная. Главное, наверное, чек. $300 000 за третье место. И Петр Грушко, может быть, последний раз, как капитан команды, поднимает приз. Заслуженный ветеран, уже видно, что только эпизодами может помогать своей команде. Травмы ведущих диагональных кольки, и Грушко вновь признали в ее ряды. Но вряд ли об этом сейчас он думает. Так или иначе, для Польши это хорошее достижение. Повторюсь, ни разу эта команда не была в призах мировой лиги. Это впервые. А 14 раз принимала участие. Для топ-сборной, согласитесь, предыдущая статистика выглядела слишком грустно, сейчас все значительно приятнее. Ну и Бразилия, которые отработаны все ритуалы поздравлений друг друга с победой. Вот не знаю, как в случае поражения они там все должны вести. Раньше так с прискоками, подскоками, в обнимочку выскакивали. Сегодня все значительно попроще. Практически все знакомые лица, вот из тех, кто выступал в сборной Бразилии, здесь 12, каждый имеет какой-то титул, или чемпиона мира, или олимпийских игр, может быть, кто-нибудь один там такового не имеет, а так, в общем, ну смотрите, Данте, Родригао, Лукас, Лисотто, Густаво вернулся в сборную Бразилии за травму, он не смог здесь сыграть, старший брат Мурило. Конечно, сборная Бразилии никуда не денется и будет постоянно главным конкурентом, главным фаворитом любого турнира, но конкурентом будет для сборной России, которая почувствовала вкус побед, наверное, постарается развить этот успех. Мы в это очень-очень верим. Среди награждения стояла Шевченко и Грасса через косую линию. То есть кто-то из них должен был награждать за первое и за второе. То есть награждать своих, я так понимаю. В этом вся задумка. Ну и будем радоваться тому, что Станиславу Шевченко придется поработать при награждении победителей этого турнира. Наши уже одну ногу поставили на пьедестал и ждут отмашки. Готовясь туда зайти. Дружно. Сейчас получит памятную тарелку жиба какую-нибудь. Да, вот она побольше, чем за третье место. Чек на $500 000, который достается проигравшим. Вот так вот бывает иногда. Настроение хорошее, вроде денег заработали, но это не те деньги, которые хотелось. Итак, сборная России.
Лиги Чернобыль, ФИПЛБ. Наступает торжественный момент. Сборная России получает главный приз за победу в мировой лиге. 9 лет ждали мы этого момента. 9 лет назад была последняя большая победа. И это, наверное, вдвойне ценна тем, что мы ее добились молодым составом. Так что у этих ребят большая перспектива, большое будущее. И их уже боятся, в конце концов. Это мы ощущили сегодня в пятой партии, когда железные бразильцы, видящие все из себя, умеющие все, не боявшиеся никого. Здесь, по краешку пробежавшиеся несколько раз в разных матчах и неизменно выходившие с честью из этой ситуации, на сей раз и они дрогнули, и они уступили нашей команде. Ну и давайте назовем состав сборной России, кто получит эти медали. Напомню, это 14 игроков. Пока Станислав Шевченко, президент нашей федерации, с удовольствием одевает медали нашим ребятам. Первый номер — Дмитрий Ильиных. Третий — Николай Паликов. Четвертый — Тарас Ктей. Пятый — Сергей Гранкин. Восьмой — Денис Бирюков. Девятый — Александр Соколов, наш либеро. Александр Будько, 12 номер, блестяще сыгравший финал. 13 — Дмитрий Мусерский. 15 — Алексей Спиридонов. Максим Михайлов, MVP этого турнира. Александр Волков, Хачатур Степанян, Юрий Бережко и Дмитрий Щербинин. Вот эти медали сейчас вручаются нашим ребятам. Ну и главный приз, и чек на $1 000 000. Все, что заслужили, все, пожалуйста, выньте нам до полоски. В конце концов, не так часто у нас это бывает. И особенно приятно такие моменты смотреть. Опять же, повторюсь, молодая команда. Так что все у нее впереди. Главный приз — Милослав Шепельский вместе с греком Теофанисом. Ну и вот победителем кубок, а не тарелка полагается. Есть у нас в музее волейбола уже один, ну не такой точно, а подобный. Будет два. Ну, а призовые найдут кому раздать и в какой пропорции. Кубок в руках наших ребят. Для многих это вообще первая победа в жизни. Даже на любом уровне. Некоторые с клубами ничего не выигрывали. Еще раз смотрите, это наши победители. Действительно, я вот так смотрю, даже с клубом мало кто побеждал вот из этих ребят. Для большинства из них карьера только-только начинается. Итак, чек на $1 000 000. Чек самого крупного национальной сборной коммерческого турнира в современном спорте. Чек, который заслужила своей блистательной игрой сборная России. Поздравляем еще наших ребят. И на этом заканчиваем нашу трансляцию. С вами был Владимир Стецков. Всего доброго. Шановні